Вместо зеленой – голубая. Губернатор Ивановской области Павел Коньков, по примеру президента страны Владимира Путина, вручил главам муниципалитетов и руководителям департаментов папки с обращениями жителей. Свыше 400 жалоб поступило главе региона в ходе прямой линии на одной из радиостанций. Павел Коньков поручил дать разумные и четкие ответы по каждому без исключения обращению. Наибольшее число звонков поступило от жителей областного центра. Хотел бы отметить следующий момент, что такое количество вопросов, а достаточно большое количество из них – это вопросы небольшие, которые, в общем-то, можно решить без каких-то сверхматериальных затрат. Они свидетельствуют о том, что мы с вами плохо ведем диалог с нашими гражданами. Именно поэтому они с большинством вопросов обращаются на губернаторскую линию.